А, на них. О, а тут тоже. Да, народ, привет. Кстати, по сравнению с июлем людей просто море. Вообще только что вышли из суконных рядов. И это просто утро, утро. Утро понедельника. Утро понедельника, конец августа. Ух ты. А это не есть тот блошиный рынок, который мы искали? Хотя, с другой стороны, его здесь не было. И, наверное, это, да, новые продукты. На блошиный рынок мы опоздали. Так, говорят, в этом музее сегодня бесплатный вход. Помните, нас не пустили в прошлый раз? Ну, как не пустили? Он закрыт уже. Просто сказали, что выключите камеру, и вход платный. Ну, окей. О, вот эта вот картина была. Помнишь, где? Есть видео про это. Я тебе сфоткала и показала. Эта картина была в музее Шиндлера. Музей Шиндлера. Видео мы сделали, но, конечно, впечатление от музея такие вот страшные. Здесь это модно. Наташа любит такую красоту. Наташа делает это просто. Да, Наташа даже платьишко вязала. Мы показывали его, по-моему, в нашем модном отеле на горе в Ильяине. Подожди, а цены нет, только размер. Да, только спрашивать. Спрашивать не очень удобно всегда. А красиво так сделано. Такой дракончики снова висят. Эх, месяц назад были всего лишь. И так все поменялось. Прежде всего, погода. Мы ходили в куртках. Ну и второе, что людей просто море. Наверное, из-за погоды, из-за того, что, в принципе, в Европе август – это месяц отпусков. Ну, идемте посмотрим на эту башенку. Интересно, интересно. Вон голова уже краковская, мы тоже ее снимали, что дверь закрыта. Я же тебе говорю. Ну, мы только что прошли Моряцкий, он был закрыт, но он открывается вроде как в 11:30. А мы показывали его немножечко позже. Мы тогда были в 2 часа, а вид у нас был на 3:05, если помните. Ну-ну. Так, сейчас подойдем, посмотрим расписание. Помним, да, этот лев так улыбается хищно. Этот спокойный. Этот спит спокойно. Так, ну давайте глянем, что тут у нас. Вот написано «Музей Кракова». Это вообще-то везде такие отметки, даже в Шиндлере. Такая, а что закрыто? Когда он откроется? В 11 и где? Странно, уже 11. Это называется Town Hall Tower. Непонятно. Поскольку сегодня вход бесплатный, здание решили закрыть. Непонятно. Слушай, да, что вообще непонятное. Там какая-то закрыто, сцена, ты, что-то, а ты говоришь, будет. Там откроют. Ну, не знаю, откроют ли там. Не знаю, откроют ли в Моряцком, но там написано в 11:30. До Аманды. Это мы уже совсем... Не, вчера воскресенье было, мы приехали, сняли несколько видео и удивились. Ну, смотри, удивились. Конечно, это Европа, что Калифорния работает, но, ну, как бы, мы удивились. У нас все магазины работают. Ну, здесь людям надо отдохнуть. Дима, ах, красота, лошадки ездят. И непонятно, что с этим, кстати, недружелюбным музеем. В прошлый раз нам так грубо сказали. Камеру выключайте! Хотя там сидела женщина и касса. Там не было никаких объектов, никаких денег, никаких банковских счетов. Ну, она была. Ну, она была. Вот так вот. Это экскурсия какая-то. Сейчас Наташа присоединится к экскурсии. А мы наслаждаемся Краковом. Я в кофточке, потому что мы вышли, было прохладно. Сейчас я ее сниму. Все в футболках. Боже, как необычно. Хотя нет, почему необычно? Необычно, друзья мои, были, когда мы в июле ходили в куртках и в шапках. Вон голова красивая какая. Ее фоткают. И вот покажу еще раз вам эту вежу, эту башню. Ну, красивая очень. Но действительно странно, что со входом. И так нас снова не пустили в музей. Что, называть видео «снова не пустили в музей»? Так, друзья мои, мы уже в Плантах сидим, в прекрасном парке. Наши пояснения по поводу, почему музей много всего сегодня не работает. Наташа зашла в интернет и все узнала. Да, сегодня день Вознесения Святой Девы Марии и праздник войска польского, то есть польской армии. Польской армии. Поэтому сегодня выходной, понедельник. На музей мы этот верх так и не попали, по-моему, нам туда не надо. И очень много всех мест снова закрыты, очень много людей гуляют. Что вот такой чудесный праздник. Наташа даже сняла минутное видео,
Мариатском костеле, там была замечательная молитва, и очень много людей шли с цветами, в польских одеждах, ну реальный праздник. Национальных, да, вообще с барабс. Смотри только, сколько людей гуляет, ну очень много. Такого не было, и сейчас как-то аж оживился Краков. Да, вообще, как знаешь. Как раз сидели, целая куча людей мимо нас проходила, как стали снимать видео, людей нет. Ну, хорошо. Ну, вот такая вам подсказочка. Так что смотрите, когда едете, возможно, есть какие-то праздники. Смотрите, это просто, это счастье. Краков и погулять немножко по красивому городу. Сейчас покажем вам еще что-то интересное. Не забудьте лайк поставить, обязательно, будет очень приятно. Слушай, а может такое быть, что в августе закрыто на реставрацию? На какую реставрацию? Говорит, не на знаю. Поддержание провала? Так хотя бы что-то написали. Ну да, как-то. Возмущение. Какое странно. Возмущение да. Полное штаны. А что? Ой, возмущение. Просто странно. Так, ну давайте тогда покажем, что продается на этой площади. Да, значит, нам туда в конце концов не нужно. Мы красивый вид, самый красивый, показали из Мариатского. Так, мне уже жарко. Да, я уже сказала, что нужно, что нужно снимать. Это, о, отцепки или как это называется? With bacon. О, это вкусные штучки. Вкусные, вкусные. Сколько да. Тут они стоят? 6, 7, 8, 6, 7, там же. Такая стандартная цена. Мы тоже их попробовали, когда пробовали вареники, но уже это было поздно, мы не сняли. Уже хотелось немножко погулять, покушать. Вот такие они называются. Вот медовые есть, есть еще что-то. Но это сырные штучки, очень вкусные, из журавлиного, с такой вот подливкой. А еще сироп. Такие люди приятные. Вот женщина же не кричит, не снимайте меня. Какой хлебушек, народ, какой хлебушек. Наташа, встань, пожалуйста, чтобы было видно просто, какая Наташа и какой хлебушек. Вот это хлебушек. И сколько? 20 злотых? Там, о, наверное, пахнет. А вот что 40 стоит, непонятно. Короче, здесь цены от 40 до 20 злотых. О, капусточка. Какой пловчик мальчик готовит. Приятно. Приятные какие люди здесь. И приятно вкусно. О, сосисочки, сардельки, бекончик. А мы только позавтракали. Класс. Давай еще там посмотрим. Ну, хочу еще все киоски показать. Ну, немножечко покажем просто вот. Такая хорошая погода. Я уже тоже обещаю, скоро сниму кофточку. Сейчас вот нагреюсь чуть-чуть. Люблю я солнышко. Хорошо, пока. Да. Кстати, вареники были не разовые. Мы только что вышли, они все еще стоят. Не разовые. Ну, мы же думали, что только по воскресеньям мы их не видели в июле. А может, была еще плохая погода. У Наташи тоже... Такое он делает, салфетки и такое делает. Любит. Это приволитное. Даже елочные игрушки красивые. Все я не вмею. Это что-то сбор денежек идет. Так, ну давай покажем. Соломы, наверное. Даже не знаю, что это.
Шляпы, сумочки. Даже такая шляпка тебе подойдет. С рожками прикольная. Ну и сувениры мы вам показывали цены уже и в суконных рядах. Также показывали на площади в центре. Цены, в принципе, достойные и нормальные. Ой, как радуют такие сережки, жовто-блакитные. Класс. Нет. Я поняла. Флаг Украины вообще-то. Класс. Кстати, хотелось бы еще кому-то в Эмиратах пару брелочков купить. Тоже люди собирают всякие и брелки, и магниты. Я вот магниты собираю. Интересно, что вы собираете, кстати. У меня есть знакомые, которые собирают наперстки и чашки. Красивые вышиваночки такие. И вон красная такая висит, тоже красивая. Лиля, а там твои карты? Давайте обойдем. Тут дети бегают, играются, капризничают. Вот снова вкуснотенюшка, хай. Вот, хлеб 25,5 килограмма и 63 килограмма, ага. И хлеб такой большой, который Наташа вот возле него становилась. Наливочки всякие. Эти вот осцепки. Ой, ну слава богу, жарко уже прям. Не пускают в музей снова, это же смешно. Чашечки. Ой, смотрите, еще дальше и дальше и дальше идти. И дальше, и дальше, и дальше. Да, ну вчера так это подешевле, слушай. Там по 90 были. Мы вчера были на этой площади. Ну, в магазинах. Да, в магазинах. 62, 74. Цена приятная. 52. Вот магнитики. Да, действительно, дубленки. И много всего еще интересного. Мороженое, всякие колокольчики, сумочки. Колокольчики почем? По 20 злотых, 20-30. 25. Ага. Ну что, народ, вот такая вот прогулочка у нас вышла, утренняя, неожиданная. Снимать хотели только из музея и снова в него не попали. В общем, оставайтесь с нами, будет еще много видео про Краков и плейлист Краков все еще в нашем канале. Пока! Пока!